Всем привет, друзья! У нас сегодня прям вообще очень офигенская погода. Мы сегодня с вами продолжаем строить будку для G-Synth. Сегодня в ролике вам может быть показаться, что я немного грустный, это потому что мне повестка пришла. Короче, сейчас продолжаем строить будку. Будем все снимать, показывать. Наши собачки любимые. Джессик, Джессик Пэсик, Лисуня, Красотуня, Ронча, Понча. Все, у нас, видите, как видите, ничего не изменилось. Короче, ничего я пока не делал, потому что работал. Все, сейчас будем продолжать строить. Так, что я сейчас хочу, значит, сейчас сделать? Сейчас, значит, наверное, будем обшивать фанерой переднюю и заднюю стенки, утеплять пенопластом. Потом, наверное, их прикрутим на место. То же самое сделаем с боковыми стенками. И уже можно будет обшивать, получается, по кругу вагонкой. Ну и крышу, наверное, сегодня сделаем. Не знаю, правда, за сегодня не успею, наверное, потому что сейчас уже полдня прошло. Джессик, ты спишь, моя красавица, да? Лапками кверху спишь? Лису. Чё Джессика так спит? Все, насыплен. А посмотрите, что у нас получается. Какая красотища. G-Synth Пряниковны. Вот так вот у нее внутри будет красиво. Уже такая крепенькая. Я вот думаю, G-Synth пустить, посмотреть, как она внутри будет ей. Но здесь места вообще дофига. Ну-ка, давайте попробуем Джессик. Так, нет, Ронька, нет. Джессик. Роня, нет. Джессик. Иди сюда, Джессик. Так, Ронька, нет. Джессик, иди сюда, Джессик. Молодец. Все. А вы нет. Джессик, иди сюда. Джессик, иди к вам, иди сюда, моя красавица. Иди. Джессик. Иди вот сюда. Иди. Ну слушайте, классно. Джессик. Иди зайди, Джесси. Вот зараза, а? Надо ее. Джесси, иди сюда, Джесси. Джесси, ко мне. Не сейчас. Джесси, иди сюда, сказал. Джесси, иди сюда. Так, молодец. Короче, надо из стенки делать, а то она насквозь пробегает. Зараза такая. Не, ну класс, мне нравится, как получается. Будка обалденская. Ее, кстати, к этой стенке можно поставить. Слушайте, здесь нормальный проход. Я думал, здесь мало будет прохода. Если ее в самый уголок туда сдвинуть. Мне все-таки больше нравится, чтобы вот там она стояла. Так, ладно, продолжаем. Ёлочка моя, ты красавица. Иди посмотри новую будочку. Иди, Джесси. Джессика, иди вот сюда, иди. Вот ты смотрите, какая красота. Джессика. Класс. Джессик, смотри, какая просторная. Тебе прям будет в ней хорошо. Ты тут сможешь развалиться во всю длину. Твоя будет. Джессик. Джессик. Красавица моя, красивая. Джесси. Че, все? Будешь тут жить? Джесси. Это ты красавица. Все, будешь тут жить? Тебе понравилось? Джесси, ну ложись спать. Ложись. Я буду строить дальше, а ты ложись. Ложись, спи, моя девочка. Да, моя красавица. Моя, да. Да, понравилось. И понравилось. Да, лапку. Молодец. Мордася у тебя такая. Вот зубище. Зубастая. Моя красавица. Моя. Все, ложись, отдыхай, если тебе понравилось. Она спала, ребята. Я ее разбудил сейчас опять. Она заснула. Ты сонная, да? Грязный нос. Ты сонная, да? Ложись, Джессик, ложись. Давай, ложись. Да, ложись.
Чё ты мне лапку свою? Знаешь, моя девочка, моя красавица. Ай, че моя мордася, мордася. Мордася. Мордасечка. Ну все, ложись, если тебе понравилось. Ронь, чего ты все скулишь? Вон Джесинда сейчас будет на тебя из будки своей новой гавкать. И не выходит, ребят, вы видите? Не хочет выходить, ей понравилось. Зараза мелкая. Кто там в новой будке? Кто в новой будке, Джессик, ты? Сейчас если ляжет, значит понравилось. Вот, молодец. Да ты моя красавица в новой будке, она спит. И смотрит, видите, в окошко. И мордася, блин. Ну-ка, с той стороны. Ну, мордаська. Так, ладно. Сейчас продолжаем строительство. Теперь тебе крышу надо, да, Джессик? Зевает. Ребят, она вот лежит в будке. И мне что-то кажется, что я такие огромные будки для них делаю. Может быть, надо поменьше делать в следующий раз? Будка в два раза больше, чем Джессинда. Тут три Джессинда поместится даже, наверное. Надо в следующий раз поменьше делать. Все, ребят, время 6 вечера, рабочий день закончен. Джессик мне помогала, я ее как выпустил назад, больше не загонял. Короче, вот что у нас с ней получилось на сегодня. Короче, каркас полностью готов, осталось его утеплить, просто и обшить со всех сторон. Все вот так вот это выглядит. Вот такая красотища. Джессик спала даже в будке, пока я все строил. Короче, прикольная будка получается прям. Теплая будет, хорошая, красивая. Джессик, пойдешь еще раз в будку? Джессик, ну-ка. Давай, иди, 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 иди. Ой, молодец. Джессик. Джессик. Вот она морда счастливая. Все, закрываю тебя, будешь там спать. Моя мордасика. Мордосика моя мордистая. Что-то, ребят, сегодня у меня вообще работа не шла. Что-то, блин, я по несколько раз все переделывал, перекручивал, размеры неправильно вымерял, перепиливал. Короче, крышу три раза переделывал. Потому что забывал, что еще будет вагонка нашиваться. То есть крышу делал без напуска. Короче, не шло сегодня у меня что-то дело. Не знаю, может, завтра будет получше. Но все равно, мне все равно понравилось, что получилось. Хоть и немного за сегодня успели сделать. Так, ну мы продолжим завтра. Все будет в этом же ролике. Так что, как говорится, не выключайте свои телевизоры. Че, готовы будку строить дальше? Красавчик. Так, ну дайте пройти. Ой, бардачело какое. Подожди, стой, я с кофем иду. Нет, жди. Уйди, уйди. Ронь, что у тебя там на глазу? Идите, идите. Короче, ребят, вчера еще утеплить успел. Пенопласт проложил. Короче, в таком состоянии сейчас. Только проснулся недавно. Меня разбудили. Мухтар с Люськой. У нас по утрам церковь колокола бьет. И они начинают истерически выть, когда она бьет колокола. Поэтому разбудили меня. Так, ну тихо, тихо. Подождите. Лис, пролью кофе сейчас. Ронь! Тихо, жди. Иди. Балбес, а. Что за люди такие, а? Не можете спокойно что себя вести? А подожди, да целый квест, блин, надо пройти, чтобы сюда прийти. Успокоились давайте.
Идите. Балбесы. Туман у нас такой. Пойду на пеньке посижу чуть-чуть с ними. Кофейка попью. Так, идите гулять. Уйди отсюда, Джессик. Уйди. Дай спокойно пожить. Уйди отсюда. Вот она носится, носится. Лису ундель. Красота ундель. Рань, ты всю ночь, что ли, терпел? Ссал 10 минут. Солнышко встает. Красотища. О, лиска какает. По-другому и быть не могло. Ранч. Роня. Да ты же мой красавец вообще неимоверный. Мордатый. У тебя хвостик какой красивый у Джессики. Ну, а вон Алисилька идет. Соседка наша. Ронюшку, ну-ка поругайся на нее, что это она пришла. Молодец. Вот она, боевая. Боевой ангел. Полетели, полетели. Лисунь, а ты что с ними не играешь? Иди играй тоже. Иди им уши пооткусывай. Блин, такой туман, прям красота такая. Утро прям красивое. Они два ребенка. Одна лиска взрослая. Вот она, красавица. Пес, что они тебе даже зайти не дают, пес? Пес Барбос. Песик. Заходи, не стесняйся, пес. Пес. Синда пищит там. А Лиска порядки наводит. Злой пес. О, видели, видели, что там? А, я думал, это Джессика мне привязала. Это Ронь с Ронькой. С просонья не пойму, кто есть кто, короче. Все, Джессинда скоро подомнет под себя пса. Деловая Малания. Пес. А, пес.
Песик. Аронька бегает, бегает вокруг, как волк. Она его, видать, больно прикусывает, а он злится и это рычит на нее. Пес. Мухтар. Мухтар. Видите, как они его достают? Поэтому он не любит с ними играть. Он выходит вот так вот на 5 минут сюда. Они его облепят, и все, ему надъедает, он уходит. Это еще Алиска к нему не пристает. А раньше Алиска так же, вот как Джессика, на него наседала. Грызла его. Роня в норку спрятался, в свою, в волчью нору. Пес, ну иди сюда, я тебя поглажу, пес. Песик. Пес, иди сюда. Вот он, одинокий волк. Мухтар, Мухтарч, иди сюда. Ай, красавец, ай, красавец, ну красивый пес. Ну да, ты, может, пес красивый. Да, красавец. Красавчик, красотончик. Джессика ждет, когда я тебя отпущу, чтобы тебя погрызть. О, Лисунька злится. Все, иди, Джессика, тебя грызть пришла, иди. Пускай тебя погрызет. Вон, когда в солнце встает, видео красивое такое получается. Освещение такое получается сбоку. А Роня так на него налетает, как будто загрызть хочет, а потом останавливается и целует. Все, пес сдался. Видите, как лежит? Лапки кверху, говорит, сдаюсь. Все, они сейчас его доведут, он им вставит. И это. И успокоится. А когда пес слишком много себе позволяет, Алиска это видит и начинает на него тоже ругаться. Видите, видите? Видите, он на Джессику нападает, а Алиска заступается. С игрушкой, правда. А Ронька отнимает игрушку у Алиски. Мои артисты они, короче. Ой, все, все, схватил игрушку у Алиски. Он теперь, он как истинный мужчина, сейчас подождет, пока Алиска успокоится, отпускать не будет. Она успокоится и сама ему отдаст. А, нет, смотрите. А, порвали напополам. Лис, ты что-то сегодня какая-то жадная. Обычно отдаешь. Холка дыбом, как гиена ходит. Лис, ты особо не кричи, все спят еще. Все, пес ушел, надоело ему. Такое утро можно отдельным роликом выкладывать. Джессинда ищет пса. Все, нашла.
Пёс. Пёсик. Лис, ну не кричи, не ругайся. Лис, ты одна вот только орёшь. Никто больше не орёт. Вот именно. Бурчит, стоит недовольный. Пёс, иди сюда, пёс. Иди поглажу тебя, пёс. Хоть мой красавец. Иди сюда, пёс. Иди. Мама. Не хочет. Что-то унюхал. Ай, артисты. Большого и малого театра. Пёсу надо все перессать, зассать, конечно. Все, пошел по своим делам. Так, значит, напилил вагоночку в размер. Это то, чем будет будка обшиваться. Это на боковые стороны, то было на переднюю стенку. И сейчас будем колеровать, подбирать цвет для будки, чтобы был красивый. Да, маляр из меня что-то не очень, конечно. Короче, цвет получился такой. А вот когда он высохнет, фиг знает, какой он получится, потому что он начинает высыхать. Вот видите, и становится прям совсем бледно-зеленым. Короче, фиг знает, что получится. Посмотрим сейчас, когда высохнет. Даронч. И то мне почему-то этот цвет, ну, наколерил я, короче, так себе что-то мне этот цвет. Я, наверное, немножко потемнее, что ли, хотел. Да хотя вроде бы так и ничего. Типа как вот я хотел цвет травки, вроде бы такой похож. Ну, пойдет. Для Джессинды в самый раз. Детский сад ромашка, да, Джессик? Джессик-пэсик. Ронь, ты-то куда лезешь? Я же говорю, Джессик-пэсик. Джессик-пэсик. Ронча-понча. Да. Лисунька. Хитрунька. Короче, высыхает. Цвет получается вот такой. Совсем, конечно, не то, что я хотел. Но, в принципе, мне такой тоже нравится. Нежно-зелененький такой хороший. И вы, мои красавцы, мои мордочки мои.
Короче, уже вечереет. Наверное, сегодня будку не успею доделать. Вот какой, кстати, цвет получился. Ну, конечно, не то, что я хотел, но фиг с ним, пойдет. Нормальный. Такой светленький. Пойдет. Нормалек. Уже высох, можно прибивать. Просто это, с Алиской ездили гулять. У нее завтра день рождения, а завтра я работаю, поэтому завтра не смогу ей время уделить. И сегодня ездили с Толстячком с ней гулять. Ходили там. Ну, это будет отдельное видео, не в этом ролике, короче, потом посмотрите. Так хорошо погуляли. Лисунька, в общем, довольная осталась, моя красавица. Вон мордасик, еще в песке до сих пор. А ты что, бандитская морда, а? Бандитская мордаша. Бандитская мордаша. Так, ну мы сейчас, короче, до конца дня, сколько успеем, будку доделаем. Потом у меня начинаются рабочие дни. Если сегодня не успеем доделать, тогда уж дальше не буду снимать, потому что должно остаться там уж совсем чуть-чуть. Короче, сегодня этот ролик с будкой закончим. Ну и потом в других роликах там в каких-нибудь я вам просто покажу, что получилось, да и все. А сейчас все, погнали дальше. Не знаю, ребят, какой-то, по-моему, сомнительный цвет получается, что-то мне кажется. Вы что скажете? Как бы вроде бы и нормальный, а с другой стороны, вроде как-то что-то как будто бы и не то. Мне кажется, сильно пачкаться будет, потому что сильно светлый. Вы напишите, что думаете. Фиг его знает, оставлять такое его или потом перекрасить. Короче, скажите, что вы думаете. Короче, ребят, на этом сегодня остановимся. Не успел я немножко из-за того, что гулять ездили мы с Алиской. Короче, вот так вот это сейчас выглядит. Здесь на углах еще вот уголочки. Они вон, я покрасил, вон белые, сохнут. Вот такая вот, короче, будочка у нас получилась. Получается, точнее. Вход только надо еще будет вырезать, а то Джесинда не сможет зайти домой. Получится у нее будка-бункер. Короче, вот такая вот фигня у нас получается. Крыша еще тоже не доделала, вон стоит. Тоже надо ее обшить будет. Ребят, ну вы скажите, как цвет-то? Я вот не знаю, оставлять его или перекрашивать потом. Фиг его знает. Надо с уголками будет посмотреть, как будет смотреться. Лисунька у нас сегодня гулю, он и я. А эти два балбесика? Нет. Да? Засранцы. Короче, ребят, будем на этом заканчивать ролик. Он, наверное, длинный получился. Я уж не помню даже, что я там наснимал. Что снимал, что не снимал. Короче, сейчас на себя поверну. Всем спасибо за просмотр. Всем покедов.